Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Дин, что надо сказать? Привет, привет! Вы на канале? Baby Go! А что мы сегодня будем делать, Дениска? Играть! Играть! У нас будут развивающие игры, правильно? Друзья, основная проблема многих родителей, то что они учат буквам детей, сами не зная зачем. Ни в коем случае нельзя учить буквы, не пытаясь учить ребенка читать. Естественно, учить читать ребенка надо по слогам, а для того, чтобы он нормально читал, ему ни в коем случае нельзя произносить такие буквы, как Б, В, Г и так далее. Есть буква Б, буква В, буква Г. А Б, В, Г – это уже сочетание, между прочим, слогов. И основная первостепенная задача – научить ребеночка четко различать гласные звуки. Их всего 10. Это какие звуки? Причем они образуют пары. А я, о ё, у ю, ы, и, э, е. И методика эта придумана была Гленом Доманом. И состоит она у нас из 5 уроков. Сегодня у нас будет первый урок. С него мы и начнем, да, Дин? Первый урок, да. Первый урок. С Гленом Доманом первый урок. Вот, у нас на столе буквки, Денечка. Между прочим, у нас, поскольку буквы образуют пары, у нас, соответственно, 5 красных гласных и 5 синих. На первом уроке нам понадобится всего лишь 4 гласные. А я, о ё, которые у нас уже есть. А я, о ё. Давайте еще раз медленно. А, я, о и ё. На обороте каждой бумажки я для себя подсказочку подписал буквки мелкими буквами. Мы должны смотреть ребенку в глаза, когда произносим каждую буковку. И когда мы буковку произносим, показываем ее не больше секунды и кладем вперед стопки. Потом берем сзади очередную букву, показываем ребенку и опять же смотрим на его реакцию. Сначала озвучиваем это, как стихотворение. Это А, это О, это Ё, это Я. Как стихотворение. После этого пытаемся показывать уже буковки, и ребеночек пытается их озвучить самостоятельно. Попробуем? День. Как мы уже и говорили, у нас есть 4 карточки. Берем первое, это буковка А. Я вам тоже покажу. Это А. Убираем. Буковка Я. Это Я. Это О. О. Или не делала. Это Ё. Ё. То есть вот еще раз. Это Ё. Это А. Это Я. Это О. Это Ё. Похоже он на ноль. Давай еще разочек с тобой повторим. Это? А. Молодец. Это? Я. Супер. Это? Похоже на букву ноль. На цифру ноль буква? Это буква? О. Или ничего. Или ничего. Это? Какая буковка? Вот видите, недостаток знаний. Еще разочек, день. Это А. А. Это Я. Я. Это О. О. Это Ё. Я. Теперь ты. Это? А. Супер. Это? Я. Отлично. Это? О. Супер. И это? Ё. Видишь, не путай, Динечка. Видишь, мы с тобой немножечко путаем. Давай еще разочек. Смотри сюда. Это А. А. Это Я. Я. Это О. О. Это Ё. 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 Давай еще раз. Это. А. Отлично. Это. Я. Ё. Это. О. И это. Ё. И это?
Йодень. Давай еще разочек. Это буква. А. Это. Я. Это. О. И это. Йо. Йо. Друзья, видите, пока еще не до конца, есть небольшие ошибочки, но мы уже близки к тому, чтобы успешно завершить первый урок. Мы его еще несколько раз повторим и перейдем ко второму. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы придумали для вас очередную развивающую игру. Ну а сейчас ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх. Как у нас пальцы вверх ставить? Вот так. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои ценные и полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Поцеловать, конечно, надо, друзья. Иди поцелуй.